Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ведь как-никак это колония Нанба. И еще никому не удавалось покинуть ее неприступные стены. Тревога! Заключенные сбежали! Да ну нах! Лазеры расположены вот так. С первого взгляда запомнил. Это все интуиция. Чё, уверен, что они так стоят? Интуиция меня когда-то подводила? Не. Вот именно. Здесь вот так. Потом так и так. Здесь вот так, потом так и так. Блин, капец, как трудно. Сейчас свалюсь. Как ты... Я их отключил. Отключено. Паршивец! Сказал бы сразу, что нашел, как их вырубить. Ну, вам же вроде было весело. Веселуха! Слышь, я не хочу, чтобы меня тут зажало в бутерброд. Кстати, я жрать хочу. Сейчас колбасы моей отведаешь. Чё за херня? Электрическая сетка. Как я, в общем-то, и ожидал. Держи, обронил. Где мое спасибо? Я был занят спасением твоей жопы. Господа! Это же Ямато! Добрый вечер! Вы на вечерней зарядке? Молодцы! Разминаюсь с вами! Шулнах! Молодцом, Ямато! Они там ничего не знают. Давай, повяжи их там! Чёрт, а где это я? Я даже забыл, куда тут направо, куда налево. Плохо дело. У Ямато топографический кретинизм. Ух, ёпт! Берегись! Нико! 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 Ника! Теперь ты простишь мне долг с того раза, когда ты сидел в Макао. Нико! Опа, меня вштырило. Зашибись! Чем они стреляли? Транквилизатором. На него эта хрень по-другому действует. Пёсики! Нет, Ника! Чё за нах? Мило, блин. Но почему? Фадей, все из-за транквилизатора. Твоя устойчивость к разного рода веществам это не объясняет. Открыл. Фига! Внимание! Когда отсчет достигнет нуля, эта дверь и все близлежащие объекты взорвутся. Опять ты что-то не то нажал! Ой, тут несколько слоев защиты. Ну и как же нам быть? Может так? Скорость увеличена. Он быстрее пошел! Ты лишь хуже сделал! Готовься, мразь! Зуэфа! Посмотри туда! Зуэфа! Посмотри туда! Лу, лучше меня не трогать, а то у тебя волосы распушатся. Хаджимешечка, не надо! Хаджиме, постой! Нет! Полюх! Похоже, остался лишь я. Иди сюда! Почему вы строите из себя крутых, если кроме как сбежать нихера не можете, а? И что это за иди сюда, а? Это ты иди сюда! Ай, Хаджиме, хорош, хорош! Ай, хватит, прости меня! Ай! Это уже ваш второй побег за сегодня, козлы! Вы по сколько раз за день сбегать будете? Я уже задолбался вас ловить! Ладно, поняли. Но сегодня мы дошли до последней двери. Это рекорд, да? Да! Мне скучно. Мне скучно, Хаджиме. Ты что, меня только за этим сюда позвал? Слышь, Хаджимешечка, а ко мне там тёлочки не приходили? Не приходили. Ты каждый день, что ли, будешь это спрашивать? Обед уже скоро. Ты ж только что похавал. Хаджимешечка, прошу. Ты можешь заказать и купить мне один коллекционный DVD? Заберу, как отсюда выйду. Пшёл нах! Ника, давай я его по интернету закажу. Спасибо! Серийный маньяк с литровой бутылкой. Очередного бандюка поймали. Страшно. В опасном мире живем. С каждым днем все хуже и хуже. Миру скоро конец придет. Блять, он ебал мой, отпиздил его нахуй еще. Дед, блин. Боже мой! Пиздец, блин, он за нахуй! Он ебнутый совсем. Надеюсь, его сюда не отправят. Да ни за что.
Хаджиме, не посылайте сюда убийцу, которого вчера поймали, умоляю! Я не хочу пиндулей! Только не к нам в камеру! Это вам не детский сад, а тюрьма! А ну позакрывали, бабло все нахуй! Или получите пиндюль! Пожалуйста, не переключайтесь. Джуга, характер у тебя так себе. Да и работенку себе ты, наверное, фиг найдешь. Совсем оборзел, а? У меня вообще-то просто дофига хороших качеств. Да? И каких? У меня нет волосни на теле. И сосочки розовые. А это хорошо? А чё, нет? Ты думаешь, на такое хоть одна стоящая девка западет? Тебе следует мыслить реалистично. Какие же вещи нравятся тёлкам? Точно! Я тоже люблю мужиков! А стой-ка! Такие не всем девчонкам нравятся! Ты ведь не знаешь, когда тебя выпустят, да? Может, сбежишь? Да. Если подумать, то я много где сидел и много откуда сбегал. Но здесь кормят лучше всего. Плюс ванна огромная, а еще кондишн есть. У нас трехразовое питание и здоровый образ жизни. Куча свободного времени и спортивные турниры. Я могу читать всю мангу, какую хочу. Я, может, и профи по части побегов, но у меня даже дома своего-то нет. А? Тогда сбегать отсюда бессмысленно. Все равно после тюрячки работу мы не найдем. Я вообще не знаю, как деньги зарабатывать. Что? Они опять там что-то замышляют? Опа, у меня есть классная идея. Может, я это место назову своим домом? Черт, и кем мы тогда будем? Соседями? Сожителями? Может, лучше уж просто брачунями? Ну, а я? Ты будешь питомцем. Чё? Ни забот, ни хлопот. Я видел кое-что необычное. Необычное? Бабу. Бабу! Как она выглядит? Молодая, постарше? Симпатичная? Вроде молодая. Одежда какая, а прическа? Я лишь мельком взглянул, но, по-моему, она красивая. Блин, я хочу ее увидеть! Интересно, к кому она пришла? Так, двигаем в комнату для свиданок! Корпус 13, комната для свиданий. Не пихайся! Блин! Опять вы? Да как вы только опять сбежали? Хаджиме, я не знал, что у тебя есть девушка. Не меняй тему, блин! Девушка? Да не, вы чего? Это ж Хаджиме. Она точно не его. Ах вы ж говнюки. Братик, а кто это? Братик? Это твои друзья? Да чёрта с два! Ребята, вы уж позаботьтесь о нем. Ладно! Слышь, Хаджиме, ты чего нам про свою сестру-то не говорил? Да, точняк! Представь нас, братик! Платьишко отпад! Такая красотка! Это мой брат. Чё? Это мой младший брат. Я Хитоши Сугароку. Пи***ц! Джуга, это тебе же мужики нравятся? Go, 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 go